И два дня, 12 выступлений именитых мировых шеф-поваров и десятки уникальных гастрономических рецептов. В Киеве стартовал ежегодный кулинарный конгресс. В тенденциях высокой кухни разбиралась Маргарита Статюк. Заварочной панелью Оливьер Белин – французский мэтр высокой кухни. Обладатель двух звезд Мишлен для украинских коллег раскрывает секрет приготовления авторского блюда из омаров. Совсем рядышком мы выкладываем кровянку в бульоне. Она придаст незабываемый тонкий вкус. Сервируем свежей зеленью. Кухню Белина критики описывают как погружение в эмоции и воспоминания. В его гастрономической вселенной объединились продукты, креативность и традиции. За два дня участники ежегодного кулинарного конгресса пройдут 12 таких мастер-классов от мировых мэтров. Среди них и украинка Елена Жаботинская, шеф-повар сразу нескольких ресторанов. У нас 6 ресторанов различного направления, концепции, идеи. Вот, как бы от социальных проектов до итальянской кухни на украинских продуктах. Гастрономическая тема Елены в этом году – блюдо с добавлением диких карпатских трав и ягод. Будут и коренья, собранные в лесу, и травы в свежем виде с цветами. Там же собраны первые, которые есть весенние. Семян будет много, будет кровь, блюдо из крови, такие ближе к традициям. То есть будет крем из крови и крем из брынзы овечьей. Это как кровь с молоком, такое традиционное, скажем, такое сочетание, да, всех времен и народов. Кроме авторских блюд, на конгрессе представлены и органические продукты. В Украине есть несколько ферм, где разводят животных, варят сыр, выращивают овощи, фрукты и ягоды. Продукты абсолютно органические. Мы не используем ни пестицидов, ни нитратов, ни каких-либо неорганических компонентов. Абсолютно это закрытого типа комплекс, то есть с внутренней переработкой, представляющий собой несколько циклов. Цикл «Свинарник» мы выращиваем свинок, вот вам, пожалуйста, наша замечательная продукция. Выращиваем курочек. Хвастаются украинские производители и первыми местными устрицами. Их выращивают на берегу Черного моря в экологически чистом месте в Одесской области. Сейчас у нас представлен размер троечка. Это самый маленький размер, но самый нежный. Моллюск дорастает до такого размера за 1,5 года. Моллюск французского происхождения, по французским технологиям. Их выращивают у нас в Одесской области. Конгресс шеф-поваров проходит в Киеве 3-й год подряд. Как говорят организаторы, за это время мастерство украинских шеф-поваров стало соответствовать стандартам высокой кулинарии. Маргарита Стецюк, Тимофей Сорокин, UATV.